Всем приветульки, ребятульки! Вы на канале Просто Play For You, и сегодня с нами наши любимые Vikings War of Clans. В этом видеоролике у нас анонс битвы кланов, а также поделюсь с вами своими планами на текущую неделю. Так что всем, кому интересно, присаживаемся поудобнее, берем с собой чаечек, бутербродик, либо другие вкусняшки. Обязательно перед просмотром нажимаем лайкосик и полетели смотреть видосик! Мозычко! Ну что, ребятулечки, понедельник день тяжелый, все-таки начало рабочей недели, а еще по понедельникам мы узнаем соперника по битве клана. Сейчас пару минут и покажу своего сопа. Я заскочил в Хольмхант посмотреть награды и, конечно, тут я очень, скажу честно, как есть, приуныл. Поскольку я посмотрел на вот эту вот награду, 500 лямов золота, 200 тысяч рунических и, видите, 7500 ускоров, это только за последнюю ступень. 150 дракаров, 6к ускоров, 500 звездных, двойничок и еще ускорчики. Ну, короче, посмотрел я награды и, конечно, приуныл. Нужно искать, с кем играть Хольм. Либо быстро качаться, развиваться и пробовать как-то тоже играть. Потому что такие награды просто так упускать, ну, нельзя это все упускать, это нельзя пропускать. Погнали, битва кланов. На этой неделе у нас соперник мини-тащеры. У них, кстати, очень хорошее соотношение, 94 победы, 25 поражений. У них состав клана 3, надеюсь, больше никто не зайдет. А если кто-то зайдет, то я знаю, куда писать, куда обращаться. Два сороковых домика у нас, Слидер Деф, IDF и Птиптубдаптель. Вы видите, да? Помоги 1.9, то есть вот такие вот у нас есть ачивочки. Сизиф 8, единство 10, кровавый вот так вот. Ну, в принципе, неплохо. 7 огней 5, кстати, 7 огней 5. Хотя у меня, по-моему, повыше уже. Ну, я думаю, можно будет бодаться, можно будет пробовать, можно будет играть. Здесь у нас единство 8. У меня, кстати, тоже скоро будет 8. Тролль тоже недоделанный, 7 огней. Сизиф тоже. Ну, короче, будем пробовать, я так смотрю. Будем пробовать, будем играть. Два сороковых домика. У нас, кстати, 5-я цита готова, 4-я есть. Так что будем пробовать, будем сражаться и по военке, и по всем остальным полочкам. Но они выигрывают достаточно немало, как вы видите. Я уже показывал. Вот оно. 94 к 25. Но ничего. Нужно будет подкачаться. У меня, кстати, все готово. Звездные эти осколочки есть. Тайные буду докачивать. Планирую, конечно же, все-таки докачать Т8. Докачать Т8 хотя бы вот эти знания. Это, конечно, будет дороговато, но, в принципе, золото есть, но не знаю, есть ли смысл упарываться вот сюда, здоровье воина 8 тира и идти дальше. Скорость обучения и так дальше. Я думаю, пока сюда врываться особого смысла нету. Для начала хотя бы прокачать вот свою кавалерию, урон, защиту и здоровье хотя бы. Ну и, конечно же, докачаю крепости и буду качать защиту и здоровье. Возможно, на это все хватит. Хватит у меня осколков, золота и всего остального. Это как задача минимум. Ну и, конечно же, попробую дефить на Т7, на Т8. Вы видели видосик. Кто не видел, ребятки, там есть видосик. Там я рассказывал, показывал, сколько я потерял войск на дефе 5-й цитадели, как ее построили и т.д. и т.п. Так что всем, кому интересно, заходите, смотрите. Задача минимум — прокачать защиту, здоровья крепости и Т8 кавалерию. Во плоти все прокачано, шмот готов. И дальше будем дефить, будем смотреть и уже от этого отталкиваться. Заберем полочки. Я думаю, военочку попробуем забрать. Если заберем 3 полки, то, конечно же, нужно будет забирать еще что-то типа увеличения, охота, либо обучение. Буду тренить Т8, возможно, тоже немало чей наберу. Буду бить духов, закрывать, кстати, ивент на баге. Там тоже нужно убить огромное количество духов, но, опять же, нужны нам рунические монетки. Просто жизненно необходимые. 250 тут у нас есть. И 100. 350 рунических монет есть. И в той же битве кланов, если победить, еще 600, итого лямчик. И у меня почти уже 2 лямчика есть. Итого уже почти 3 ляма рунических у меня будет. И, в принципе, до конца сезона я могу выкупить этот гардик. Есть ли смысл его покупать, не знаю. Здесь у нас урон всех войск 150%, скорость похода. Урон воинам 8 тира. Ну, конечно, все гарды надо выкупать. Поэтому, если получится, выкуплю этот гард. Если не получится, то возьму випочки. А если получится, возьму и випочки, и гард. Короче, все. Планы, конечно, максимальные, но посмотрим, что из этого всего получится. Дальше у нас, ребятки, после битвы кланов сразу же будет битва королевств Ярость. Там посмотрим, что у нас будет за соперник и будем сражаться. Ну а на выходных у нас вроде бы Хольма не будет, ничего такого не намечается. Поэтому на выходных, возможно, крутанем 5-ю цитадель, устроим стримчик.
Хотите стримчик, не хотите, хотите дев пятой циты, пишите, пишите, очень важно ваше мнение. Поскольку вы, мои зрители, выбираете контентик, ребята, так что все зависит от вас. Здесь я вроде, в принципе, все позакрывал, кроме... здесь не закрыл борьбу с захватчиками, мне просто было уже лень поздно так бить, я просто копал золотишко. Активно копаю золотишко, уже выкопал более 41 миллиона, как видите, осталось 9 лямов и еще 300 рунических упадет. В принципе, на 40-м домике сложно собирать рунические монетки, но их тут насыпает просто нормально насыпает. Тут 300, с баги 350, там 600, итого уже 1,5 ляма просто на изи падает. Так что, ребятушки, в принципе, если мне не будет хватать ресурсов, я думаю, за рунические монетки можно себе позволить все-таки за лямчик потратить на 1,25. Ну, посмотрим. Не будем так далеко забегать, посмотрим по сопу, как он будет играть. Главное сейчас выиграть эту битву кланов, ну а дальше уже ярость и деф цитадели в стримчике. Вот такие вот планы. Это же еще не все, ребятки. Еще хочу попробовать побить паладинов. Возможно, сейчас запущу форсети. У меня в форсете, сейчас покажу, кто не видел. В форсете у меня 20, я его качнул, там он дает 350 урона. Шмотки, в принципе, у меня все 8, почти все 9. Уже урон войск 350 он даст. Камни, в принципе, я там чуть-чуть сделал, чуть-чуть не сделал. Ну, хочу попробовать добить. Я остановился на паладинчике, на 81-м паладине. Вот я хочу сейчас, возможно, полетаю по госу, посмотрю с наименьшей могой, найду где-то. И попробую его пробить с титулом совсем. Конечно, было бы круто еще бонусы с Хольма получить, было бы вообще топчик. Но попробую без бонусов. Важно забрать 82-й, 3-й, 4-й, по-моему. Там у нас и ускорение, и ресурсики, и те же самые задания, которые можно поклацать, собрать камушки. И собрать те же самые ресурсики, которых мне сейчас не хватает. Поэтому еще на этой неделе планирую побить паладинов. После этого, когда прокачаюсь, попробую еще раз побить паладинчиков. Уже дойти, скажем, до более высокого уровня. Возможно, даже Т8 буду бить паладином. Ну, посмотрим, короче. Возможно, сделаем еще стримчик. Сделаем один стримчик с дефом цитадели, а второй стримчик сделаем, будем бить паладином в режиме лайв. Все для вас. Так что, ребятки, вот такие вот планы на эту недельку. Также у нас закончился конкурс. Кто не в курсе, был у нас конкурс. Мы набрали 1000 подписчиков, ребятки. Торин, спасибо ему огромное. Разыграл за эту 1000, разыграл 10 подарков. Сегодня ребята их получили. Всех еще раз поздравляю, все красавчики. Скажу один приз. Один приз — это была годовая подписка Братства Севера. На целый год кто-то получил Братство Севера. Вот так вот вступаешь, и тут на целый год он получил подписочку. С чем его искренне и поздравляю. Так что, ребятушки, стараемся, работаем. Я снимаю, вы знаете, что делать, куда нажимать, что нужно прожимать. И если мы наберем 1500, возможно, разыграем еще какие-то подарочки. На все, как говорится, воля Торина. А если наберем двушечку, то, я думаю, 100%, ну не 100%, 99%, что что-то разыграем. Так что с меня видосики, с вас актив. Ну а всем, кому интересно, это замечательная игруха Vikings War of Clans, вы знаете, что тут для вас старается ваш тоже просто play for you. Так что подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, пишите комментарии. Всем огромное спасибо за внимание. Всем, конечно, счастья, здоровья. Ну и завтра увидимся. Возможно, завтра, послезавтра ждет вас стримчик. Так что не забывайте прожать колокольчик, чтобы получить уведомления и первым прийти на стрим. Так что всем пока!